Государственный театр оперы и балета. Беречи, Азамат Даутов, Салават Киегбаев. Дед Мороз, Пермята, Артур Хисамов. Бабыль Идель Аралбаев, Бабылиха, народная артистка Республики Башкортостан Лариса Ахметова. Царь Берендей, заслуженный артист Республики Башкортостан Алим Каюмов. Лель Екатерина Куликова. Купава Олеся Мезенцева. Весна Красна, заслуженная артистка Республики Башкортостан Любовь Буторина. Мизгирь, народный артист Республики Башкортостан Владимир Копытов. Снегурочка, народная артистка Республики Башкортостан Альфия Каримова. Мейстер, заслуженный артист Республики Башкортостан Александр Алексеев. Симфонический оркестр театра. Дирижер, народный артист Российской Федерации, главный дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Невровича Данченко Феликс Коробов. На сцену приглашаются художественный руководитель театра, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Башкортостан Оскар Абдразаков и генеральный директор театра Александр Алексеев. Дорогой зритель, дорогие костромичи, нам очень приятно сегодня быть здесь вместе с вами. Нам очень приятно, что в этот теплый летний вечер было по-настоящему тепло, даже временами жарко. И особую благодарность хочется выразить Министерству культуры Российской Федерации, Росконцерту, администрации Костромской области и также администрации города Кострома, филармонии, областной Костромской филармонии за столь теплый прием и за наше открытие 86-го сезона. В этом году у нас юбилей, у театра нам 85 лет, и вот так вот таким огромным событием, такими чудесными гастролями мы открываем наш юбилейный сезон. Спасибо вам! И отдельное спасибо хочется сказать человеку, который сам себя представить не может. Это режиссер сценической версии оперы «Снегурочки». К сожалению, мы не могли привести все наши декорации, мы вот их специально нарисовали для вас. Айсулу Иксанова.
Корзина цветов от губернатора Костромской области Сергея Константиновича Ситникова. Спасибо большое. Дорогие костромичи, хочется поблагодарить от лица театра, хочется поблагодарить вас за этот прекрасный вечер. Спасибо за приглашение. Мы, наш коллектив, благодарим вас. И до новых встреч. Спасибо.